Протестанты извинились за уничтожение иконы и статуи в эпоху реформации. Немецкие протестанты выразили сожаление в связи с уничтожением икон, статуй, алтарей и литургического убранства католических храмов во время реформации и принесли извинения за действия своих единоверцев в прошлом, сообщил британский католический еженедельник Таблиц со ссылкой на епископа Евангелической церкви в Германии Петру Боссе-Хубер. «Сейчас протестантское сообщество осуждает эту разрушительную практику», сказала женщина-епископ. Она добавила, что изображение давно стали выражением протестантской набожности. Сторонники реформации были убеждены, что религиозные объекты являются символами суеверного идолопоклонства, поэтому в первой половине XVI века иконы и статуи Богородицы и святых, а также витражи с изображениями святых были удалены из храмов, во многих случаях уничтожены. Наибольший размах борьба со статуями и изображениями святых приобрела в Швейцарии, Англии и на юге Германии.